Смартфон Samsung J313HU представляет четвертое поколение модельной серии Galaxy Ace. Модель доступна в белом и черном исполнениях. Задняя панель изготовлена из текстурированного матового пластика, а боковые грани украшены серебристой каймой. Расположение разъемов и клавиш управления стандартное. Диагональ дисплея 4 дюйма, что при разрешении 480 на 800 дает 233 пикселя на дюйм. За производительность отвечает двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. Основная 5-мегапиксельная камера оснащена автофокусировкой и вспышкой, а фронтальная снимает с разрешением VGA. Общий объем внутреннего накопителя 4 ГБ, при этом пользователю доступно около 1,5. Также аппарат поддерживает карты microSD до 32 ГБ и работу с двумя микросим. Samsung Galaxy Ace 4 Dual SIM – простой и функциональный смартфон на базе операционной системы Android KitKat.